Министерство культуры Московской области провело конкурс «Лучше по профессии». Одну из наград завоевала химчанка, сотрудница галереи имени Горшина и кандидат исторических наук Марина Самбур. Она получила премию губернатора как лучший работник музея. То, что она станет работать в музее, Марина Самбур поняла еще на первом курсе. Для этого даже пришлось бросить экономический факультет и вплотную заняться изучением предметов искусства. В галерее имени Горшина ее деятельность разнопланова. Экскурсии, научная работа, организация выставок. На конкурс представила проект «Музей и коллекционер». Это проведение всероссийской конференции, приуроченной к 110-летию Горшина, а также выпуск сборника. Вся моя работа посвящена музейной деятельности. И я просто не могла не принять участие в этом конкурсе. Очень приятно, когда твой труд оценивают на таком высоком уровне. И, конечно, я очень благодарна своим коллегам из Химкинской картинной галереи, которые меня всегда поддерживают. В прошлом году Марина уже принимала участие в этом конкурсе, но очный тур пройти не удалось. Был повод основательно подготовиться, чтобы в этом году взять главный приз.